Глазные болезни стремительно молодеют. Если раньше патологии, приводящие к слепоте, встречались в основном после 60 лет, сейчас порог снизился до 40. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения считают, что до 80% патологии зрения можно предотвратить. Однако к врачу пациенты идти не спешат. А когда все-таки приходят, остановить прогрессирование болезни достаточно сложно. Здесь поможет только операция. Сегодня вернуть зрение можно за 5 минут. В прошлом подобные операции воспринимались как фантастика. В оперировании врачам помогает не только огромный опыт, но и новейшее оборудование. Такое поступило в Приморский центр микрохирургии глаза. Преимущество новой технологии заключается в том, что если мы раньше самостоятельно выполняли основные этапы операции, то сейчас это делает лазер. Лазер выполняет основные этапы операции, доступ в глаз, вскрытие передней капсулы хрусталика и разрушение самого ядра хрусталика, после чего хирургу остается только аспирировать оставшийся материал и имплантировать искусственный хрусталик. Если раньше основные этапы операции выполнялись специалистами вручную, то сейчас за них это делает лазер. Итог – автоматизация, безопасность и точность выполнения операции. Кроме того, использование современного лазера значительно сокращает сроки послеоперационной реабилитации. Буквально в этот же день пациенты смотрят на мир иными глазами. Приморские коллеги великолепно работают в замечательных стенах, совершенно современным оборудованием. И можно сказать, что региону очень повезло, что у них в регионе есть возможность пользоваться офтальмологической помощью, совершенно современной, в равных возможностей с клиниками, самыми лучшими клиниками Москвы и Санкт-Петербурга. В недавнем прошлом центром офтальмологической помощи ДВФО был Хабаровск. Несколько лет назад суперсовременные технологии, хрусталики, микроскопы, микроинструментарий пришли во Владивосток. Сейчас речь о поездках в Хабаровск по поводу катаракты уже не идет. Получить квалифицированную медицинскую помощь можно во Владивостоке, в Приморском центре микрохирургии глаза. Это новая уникальная технология. Действительно, эта технология является первой на Дальнем Востоке. Благодаря Приморскому центру микрохирургии глаза появляется эта технология и становится доступной для пациентов вашего края. И уникальность заключается в том, что это более безопасное проведение хирургической операции по лечению катаракты. Это повышенная скорость проведения операции. И автоматизация процесса операции с постоянным визуальным контролем со стороны врача. Но это технология будущего. Это хирургия без ножа. Операции в центре проводятся в режиме дневного стационара. Отдохнув некоторое время в послеоперационной палате, пациент отправляется домой. В течение нескольких последующих дней ему необходимо показаться врачу в клинике для контроля состояния глаза. Катерина Матвеева, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.